Средняя треть, верхняя треть, лоб. Нам нужен четкий профиль, и нам не нужна волюмизация. Межбровь, височная область. Нам не нужна большая волюмизация. Аугментация брови верхнего века. Нам нужен четкий профиль без волюмизации, без риска миграции. Поэтому и орбита. Поэтому мы здесь используем препарат Princess Filler. Он у меня нарисован на всех картинках красным. Препарат Princess Filler. Для работы в скуловой зоне, техника разметки песочные часы, нам нужен с вами хороший G-Prime, нам нужен с вами, нужна ретикуляция, нам нужна с вами сила препарата, и чтобы он вытолкнул все ткани, да, кости, мышцы, подкожировая клетчатка и кожу, чтобы он натянул, нам здесь с вами нужен препарат Princess Volume, он везде у меня нарисован в синем. Кроме того, забыла сказать, что когда вы делаете другие гиперкоррекции, вот эти последние, последние волосы, их нужно обязательно подщипнуть, да, для того, чтобы сформировать линию конуса. Если мы с вами говорим про технику Хендерера, когда нам нужен здесь с вами объект, у нас нет маляра, у нас здесь с вами большие ткани, мы возьмем препарат Princess Volume. Если мы с вами говорим про мелкоморщинистые тип стали, астеничные лица, и нам просто здесь нужна опора, то мы тогда можем взять Princess Filler. Да, вот здесь можно два препарата, либо филлер, либо воль. То есть либо у нас будет синим, либо у нас будет красным. Все, что касается работы в зоне орбиты и среднемедиального щечного пакета, медиальный отдел щеки, только препарат Princess Filler, он не натягивает воду, он не даст нам с вами отеки, он не даст нам с вами повышенную компрессию данной зоны, сосудистой зоны. Преаурикулярная зона, зона нахождения слюнной железы, гусиной лапки лицевого нерва, сосуды. Не нужна волюмизация, мы здесь вторые щеки-то не делаем. Здесь мы с вами работаем с препаратом Princess Filler, он у меня обозначен красным. Носогубная складка. Если не глубокая носогубная складка, препарат Princess Filler. Если глубокая носогубная складка, препарат Princess Volume. Морщины марионетки, нижняя треть, углы нижней челюсти, только препарат Princess Volume. Аугментация подбородка, только препарат Princess Volume. Да? То есть это в зависимости от характеристик препарата мы с вами будем выбирать Princess Filler или Princess Volume. Опираемся на характеристики препарата.